проверка очередного BMW X5, 53-й кузов. Находится автомобиль в автомобильном салоне, который находится по адресу улицы Перекопская. Это очередной говносалон, который тщательно маскируется под частное лицо. При звонке по объявлению женщина отвечает, что является владельцем автомобиля. По приезду мы видим, что никакой женщины нет, есть разные всякие непонятные люди. Автомобиль, который у нас якобы не бит и не крашен, с пробегом 146 369 километров. На самом деле автомобиль весь крашеный, целиком, и стойки, и крыша. Есть места шпаклевания на стойках, соответственно, он уже у нас крашен. Это раз. Два, по пробегу, проведя тест BMW-шной программой, мы видим, с левой стороны пробег 146 369 километров, который на одометре, и реальный пробег данного автомобиля, который остался в блоке управления доступом к автомобилю, и составляет на сегодняшний день 357 844 километра.